Ребята, тушу говядину на гуляш в мультиварке. И сейчас обжариваю и буду добавлять шерри. И закрою, пусть тушится. Добавим сейчас стаканчик. Вкусненький ужин будет. Вот такой шерри у меня, медиум. Вот, кому интересно. Вот такая бутылочка. У меня здесь еще пол бутылки. Так, добавляем. Вот так, чтобы покрыло. Перемешаем. Так. И теперь дам закипеть и сразу же закрою крышкой. Ну вот уже близится вечер. Собственно, уже наступает вечер. Солнце у нас уже все в саду не будет. Это у меня еще тут открыт этот от солнца козырек. Сороки тут вот. Ах, летают. Красавицы. Какое-то воскресенье, вы знаете, оно мне уже надоело, честно говоря. Чайка. Хочу вот так свободно парить, как чайки. Ах, вот они там парят. Здесь смотрите, как на солнышке, в последних лучах солнца, купаются верхние веточки цветущие. Что такое-то у меня воскресенье, это превратилось в сплошную кухню. Честно говоря, мне уже надоело. Хочется уже сбежать куда-то. Вот знаете, когда ходишь на работу, да, хочется быть дома. Когда сидишь дома, хочется куда-нибудь улизнуть. Птицы возвращаются. Там попугаи полетели. Не знаю, видно вам или нет. Ой. Надоедает, надоедает. Дома, конечно. Хочется куда-то вырваться, прогуляться, пройтись, увидеть людей, пообщаться. Вот всегда хочется то, что нельзя. Это почему мы так устроены, а? Вот так люди устроены, да? Всегда хочется того, что запрещают, или нельзя, или нежелательно. О, и неважно, сколько тебе лет. Ребенок ты или взрослый. Хочется свободы в принятии решений, да? Представляете, какой ужас вообще, вот когда людей закрывают в тюрьму, в замкнутое пространство. Я уже не говорю о том, что с ними там делают и физически, и морально. Это страшно, это страшно. Вот тут вроде бы и свободен, и в то же время, да, ты вот замкнут в какие-то рамки поведения, да, вот сейчас такие, как это назвать, должно быть осознанно, обдуманно все ваше поведение, ваши выходы, так сказать, в свет, в народ, да. О, а хочется пошалить. Ах, слышу, кричат чайки на канале. Так люблю. Ну, уже говорила об этом. Так, сегодня не стала мыть стол. Буду это делать завтра. Нужно вымыть и застелить клеенку.
Хотя мне очень нравится, когда он вот так вот стоит. Ой, и почистить нужно будет пальмы. Тут муж уже повыдирал всякий этот ункраут, сорняки. Надо вот еще поубирать старые засохшие веточки. Также и здесь. Вот там еще солнышко. Вот, кстати, цена дома очень-очень зависит от того, куда направлен ваш сад. Что стоит сзади, да? То есть все не так просто, и за все нужно платить. Ну, я думаю, это везде так. Часто гораздо меньше дом, но который находится в правильном месте, скажем так, стоит гораздо дороже. Так, у брата окно открыто, дочка закрыла. Там тоже убирают. Козырек мне нужно уже убрать. Солнца нет. Будем убирать.